Всем привет! Это канал Мулькидс. И снова у нас игра My Little Pony. Новая серия получается. Итак, прогресс не будет утерян, если вы пропустите день. Ну, походу пропустили день, поэтому прогресс что-то какой-то, походу, что-то потеряли. Ну так вот, продолжаем играть. У нас новая пони, Sugar Bell. На день 7 она выдается. Заберем. Так, королева Кризалис и ее оборотни вернулись. Присоединяйтесь к невероятной команде бывших злодеев и спасите Эквестрию. Во, какая у них страна Эквестрия. Путешествие сейчас на 27 уровне. Но нам еще до него дойти идти. У нас только 8, представляете? 8 уровень. Самый молоденький, маленький. Трин. Так, подождите поиграть. Сейчас нужно собрать все. Золотые монетки. Тут еще есть. Так, потом поиграем. Потом поиграем. Вкусняшку надо собрать. Вкусняшка, вкусняшка. А, это магазин. Забыл совсем про магазин. Так, что у нас что-то вкусного есть? Игрушки, поиграть хоть. Так, а это что такое? Первый раз вижу. История бури. Пропуск вперед. Что это такое-то? Вперед. И что это? Что делать-то? И что делать? Ну, буря и буря. Зайдите в загадочную... Найдите загадочную пони. В каком смысле найти? Интересно. Коллекцию найти или что? Скидки-шмитки. Так. Активности. Отель. Алмазная шахта. Хижина. Закоры. Так, понятно. Так, акции начнутся потом. Да-да-да-да. Набор. Лекция. Так, устроить пикник. Плюс шмус. Так. Давайте пикник. Пикник. Ну что, все устроили пикник? Девчата. На, всем на пикник. Так, мы устроили пикник. Что, никто не идет? Welcome. Welcome. Hi. Hi. Дуй на пикник. Или как тут пикник-то устраивается? Я не помню, кто устроил пикник-то. Никто не идет на пикник. Удалить. Девочки, всем на пикник. Так, что-то никто не хочет. Ладно, пойдем поиграем. Поиграть в алмазную шахту, поиграть хочет. Ну, кто хочет, тот поиграет. Поехали. Тан-таран-тан-тан. Ну... Let's go. Тыщ. Тыдыщ. Это настоящий волейбол. Пони волейбол. Тудуш. Тудум. Максимальное количество очков. Заработаем мы. Поставим рекорд. Еще 22 секунды. А, я понял, чем раньше нажмешь на зеленую кнопочку, тем больше очков. Я думал, не важно, когда нажимаешь. Ах, не успел нажать. Ну что нам дадут? Это лучший счет. Прикольно. Что дадите? Ничего не дадите? Жадины. Я вам тоже так сделаю. Так, ничего не дам. Играем. Мисс Кипкей Кайк. А, это я помню. Звездочет. Опыт 6, опыт. Ага. Так.
Та-дам! Давай быстрее, время идет. А было по-другому вообще-то. Такие странные фигурки. Мороженое, ну надо же. Мороженое, пирожное. Да знаю, я знаю. Он с патефон. Что дадите? Сейчас мы так потихонечку, потихонечку опытом заработаем каждый. Пони занимается выполнением задания. Какого? И задание дал. А, пикник устроила. Ускорили ее. Пикник. Ну, расширить, давай расширим. Рассказать сладкое яблоко. Отлично. 9-й уровень. Ребята, у нас тут уровень повысился. Ничего себе. Да, нам нравится игрушка. Эй, дайте собрать деньги. Не дали? А, все, собрали уже. Так, абсолютно, совершенно, целиком, полностью готов. Искорка, постой. А к чему? Приключения Маквестери. Еще сколько неизвестных земель, неизвестных тайн. Да. Замечательно. И эти все секреты где-то рядышком. Еще их надо найти. Правильно. Вдох, мы поедем на поезде вперед. Поедем, поедем. Так. Так, соберем. Опять искорка. Так, ну давай. Забахаем. Поставим рекорд. Быстрее, быстрее, время идет. Да что ж такое промазали? Ай-яй-яй-яй-яй. О, наконец-то. Та-т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 а. Ничего себе сложная фигурка. Да вижу я, что ваша морковка не успевает. Не успел. Ну как же так-то? А, успел. Мы так долго будем опыт набирать. Так. Нужно осторожненько, круто, круто, быстренько рекорд поставить. Ну как, рекорд? Набахали он как. Это рекорд, да. И мы еще на 6 умножим его. Та-дам! Вы получили звезду, продолжайте играть, соберите все звезды. И еще одну звезду. Отлично. 2,5 звезды. И что нам за это будет? Ничего? Ну надо же. Ничего нам за это, ребята, не будет. А что тут у нас? А, тут что-то можно улучшить. Мы забыли совсем. Так, а что тут можно улучшить? Так. Silver Days. Мой код. Акция. Промакция. И что можно делать? Так, профиль. А, какое-то общение. 160 уровень, ё-моё. Ё-ё-ё-ё-ё-ё.
Звездные мастерства. Забрать. Выполнено. Так. Что-то еще? А я не помню промокод. Ну ладно. Промокод потом заберем. Так. А, нет, это же магазин, я забыл. Так, а что у нас с поездом-то? Что тут поезд дает? Поезд. Куда-то мы поедем. И помчимся мы поедем. Отправиться в ферму сладкое яблоко. Конечно, отправиться. Ты что тут хорошо? Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Понивиль. Ну, всем привет. Добро пожаловать, сладкое яблоко. Что у нас тут есть? А, это мы в гости же поехали. Кто тут? Тук-тук-тук. Не волнуйся, мы сделаем все равно, чтобы наш сад снова стал прежним. Походу, нас ждет много работы, но мы всегда готовы помочь друзьям. Да, спасибо вам всем. Я уверен, что ваша помощь в фильме будет лучше. Так, ну и как мы... Так, яблочки не шевелятся. Что предлагаете? Предлагают они нам... Гостевой домик. Так, а что делать-то? Не могу понять. А что делать-то здесь? Ну, куча яблок. А что делать? Ребята, вы не знаете, что здесь делать? Расширить. На расширить денег не напасешься. Ага, все купить, купить, все купить. Ну, не знаю. Поехали обратно. Здесь пока что-то ничего не светит. Угу. Кто это? Пони, нажмите, загадайте пони. Ну и все. Что у нее произошло? А что у нее произошло? Во! Другое дело. Что удалось? Ну, короче, они тут узнают, какая другая пони, чтобы узнать у нее, что не случилось. И пообщаться. Но у них пока ничего не выходит. Книжный магазин не хочет. А. Сюжет, магазин. Ничего себе тут намучено. Мой рейтинг ниже тысячного. А. Нет, выше. И что это дает? А кто мы еще? Silver Days. 0. 2000 там такой-то. А тут смотрите, сколько рейтингов. Наше место в топе 10. По сравнению с кем не могу понять. Ну ладно. Так. Вернемся, я думаю, обратно. Чух-чух-чух. Домой хочу. Где мы тут были-то? Понивиль. Да, Понивиль хочу отправиться. По туристической карте в Понивиль обратно. На паровозике, на паровозике. Так, соберем опять вкусняшку. Вкусняшку. Так, тут у нас кроется потом. О, шахта. Играем, конечно. У нас как раз много этих вкусняшек. Не играть. Не играть. Тут не угадаешь, как ты сыграешь, поэтому очки особо трогать не буду. Тут можно ошибиться на каждом шагу. Потому что что-то резко появляются препятствия, которые мешают нам играть. Ловим монетки. Они дают нам золото. Но, на самом деле, выполняя задание, больше можно золота заработать, чем здесь. Ай, не успели.
Да как так? Я же прыгнул. Вы что, ребята? Надо меня останавливать. Столько денег, ну что? Разорите меня. Астропони получить за 10 тысяч очков. А у нас 7,9 очков. Лучше не... Так. Счет 740, всего 7900. Ладно, потом как-нибудь все доиграем. А пока, что-нибудь другое сыграем. О, соберем наши... А нет, не сюда. Да не сюда я нажимаю. Во. Так, а это что делает? Обдумать задание приюта для животных у себя дома. Вперед. Пропуск. Обдумали задание. Welcome. Так, и что будет? Что-то я не понял. Играем в мячик. Так. Нажмите для игры. Улучшаем. Давай. Что-то слабенько. Во. Ускоряемся. Мы так не успеем заработать положенные нам очки. Вот, другое дело. Почти. Чуть-чуть не успел. Да, вот сколько нем не хватило. 13 очков не хватило. Один удар. Один всего лишь удар не хватило. Там-том-том-том. Веселуха. Звезда. И еще одна. Ой, что-то мало вообще получилось. Ну ладно. Заработали кучу звезд. Ну что поделать. Так, ребят, я думаю, на сегодня хватит. Мы прикольно поиграли. Развились, даже звезды получили. Поставили новые рекорды. Собрали много звездочек и денежек. Покатались по карте. Так что всем теперь можно сказать пока-пока. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.